32 кабеля, как кровеносная система, пройдут по всей школе. Общая протяженность более 2 километра. Сейчас электромонтажник Олег Веснин прокладывает кабельный канал под потолком, куда и уложат многочисленные провода. Тут будут проходить у нас кабеля сигнализации, пожарная охрана, видеокамеры, интернет. Все для удобства школы. Первый корпус 16-й школы, носящий имя Виктора Неймышева, с осени находится на капитальном ремонте. Уже выполнены работы по кровле, усилению строительных конструкций, утеплению и покраске фасада, замене оконных блоков. Общий прогресс составляет порядка 40%. Сейчас строители ведут работы внутри здания. Комплексный ремонт здания предусматривает полную замену всех инженерных коммуникаций, восстановление всей отделки, где-то замена полов, устройства, перегородок или их демонтаж, замену всех дверей. В общем, это комплексный капитальный ремонт здания. Отдельное внимание благоустройству обширной пришкольной территории. Здесь разместят зону для отдыха, игровой комплекс, автодром, площадки для сдачи ГТО и для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола, хоккея и футбола. В школе развивают более 10 видов спорта, поэтому очень порадуют учеников обновленные залы для тенниса и бокса, а также тир и бассейн. Все помещения школы будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. У нас появится центр детских инициатив, в котором ребенок сможет быть услышанным и будет воспринят так же, как на уровне взрослого. Все, что хотят дети, мы сможем там услышать и еще плюсом реализовать в нашем замечательной школе. Почти 1500 школьников вернутся в отремонтированное здание в новом учебном году. Благодаря программе развития городской среды «Тобольск настоящий» школа получит прекрасный подарок к своему 30-летию. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, «Тобольское время».